И всем привет. Пишите, как слышно. Не громко ли музыка. Подождем, пока народец соберется, и будем начинать. Так, ну пишите, как там дела у вас. Сейчас будем потихоньку, сейчас я музычку, наверное, выключу, или пока пусть... Или пусть пока играет. Сейчас еще, наверное, минутки три подождем и... Будем стартовать. Ренджер, тут норм, в смысле норм слышно, да? Так. Ладно. Потихоньку давайте стартовать. Музычку я пока вырублю. Так. Переключаем. Так, где мой джойстик? Ага. Так. Ага. Так. 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 Так, что-то... Вроде нормально со звуком. Такое ощущение, что поглючивает немножко. Ладно. Так, аудио русский пусть будет, а субтитры... Норвежский. Нет, спасибо, не надо. Английский, польский, русский. Меню, естественно, русский пусть будет. Стартуем. Так, там не громко звуки игры, а там, мало ли, муж. Так, регулировать яркость, пока фигурка не начнет сливаться с фоном. Вот так, наверное, сделаем. Так, уровень сложности. Я очень часто играю в видеоигры, я прекрасно ориентируюсь в элементах управления. Так, я довольно часто играю в видеоигры и ориентируюсь. Я не часто. Так, ну очень часто, как бы. Ох, будет жестко. Ну, ладно. Так, пишите, как игра, не громко ли? Может, все-таки потише ее сделать. Так, полноэкранный режим, все. Суббота, время 11:22.
Да, если чат мешает, можем убрать его. Так. Для управления так правым джойстиком нужно вспоминать управление. Так, пробуйте медленнее, чтобы освоить. Да, ну графику прям. Так, нажимайте R2. Господи. А, ву. Так, понятно. Так, что там у нас? И чё ты? Так, нажимаю, держа L2, сможете услышать, о чем думает ваш персонаж. Сначала приму душ и оденусь, а потом спущусь. Ну ладно, пойдем. Чё там? Прикольно. Так. Чё там? Записулька. Ушла за покупками. Заберу детей из школы. Вернемся к обеду, займусь подготовкой ко дню рождения Джейсона. Не работай слишком много. Люблю тебя. Ладно. Мне кажется, со звуком что-то странное. Хотя вроде нормально. С голосами что-то странное. Как будто эхом отдает. Печка. Так, и где у нас душ? Ну-ка, пойдем сюда сходим. Потише сделаю. Так. По мозгам мне. Так, ну пойдем в душ. Раз душ, то в душ пойдем. Какие действия можете совершить? А. Кстати, графику прям поправили. Несмотря что на игрушке уже лет 6-7, то выглядит она отлично. Так. В общем, здесь нас пока знакомят с управлением и такой пролог к игре. Постоянно забываю, что надо R2 держать. Тихо. Так, ага, аккуратно. Аккуратно. Так. Так, что там еще? Зубы почистить надо. Так. В смысле? Эй, что не так? Нормально. Чувствую, меня это подведет когда-нибудь. Так. Да. Господи Иисусе. Так, ну пойдем теперь, да. Что там? Одежда. Порядок. Надо бы одеться. Ну, пойдем. Так. Подожди-ка. Сейчас у нас тут одежда, наверное.
Карл, привет. Блин, так соскучился по игре этой. Это одна из моих любимых игр. Ради нее я покупал себе PlayStation 3. Правда, это было уже на закате PlayStation, но все же. Так, что, пойдем вниз? Что нам тут? Ну-ка, подожди-ка. Что там? Что ты думаешь? Проснуться, работа. Освежающий душ – это то, что надо. Я почти проснулся. Отлично. Пока Грей с детьми не вернулись, надо поработать как следует. Такое ощущение, что что-то с озвучкой. Или у меня что-то с ушами. Так, мысли персонажа меняются в зависимости от ситуации. Не забывайте проверить их. Сад. Не, пойдем работать, короче. Только я не помню, куда идти. Так, явно не сюда куда-то. Чё? О, машинка. Прикольно. Ну положу бы уже куда-нибудь, а то наступит кто-нибудь. Это же не дело. Так, а где твой кабинет? Чё-то я не помню. Тихо. О, давай сюда. Так, наш герой. Архитектор, насколько я понимаю. Или дизайнер. Так, давай. Будем пахать сейчас. Так. Так. Хоп-хоп. О-о-о, что за подвисание, не понял. Так, для выполнения действий, требующих высокой точности и аккуратности, нажимайте на указанную кнопку только она, так, как только она появится. Так. Так. Нужно вспомнить расположение кнопок. Так, что-то игра потормаживает. Странно очень. Такого не должно быть. Чё ты, давай работать. Чё ты там отдыхать вздумал? Ну-ка. Так. Так, давай. L1. Ты да? Кругляшочек. Пальцы можно сломать так. 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 Давай рисуй, что там придумал. Смотри, не хочет работать человек. Рисует, а он рисует дом. Так что за подтормаживание, не понял. Это работа. Ну, просто как бы тут был выбор. Можно было поотдыхать, можно было поработать. Я выбрал поработать. Давай, что тут смотри, а? Так, ну-ка. Гася нарисовал. Ну-ка.
Работа идет хорошо. К понедельнику закончу. Умничка. В смысле? Давай, вставай. Теперь можно пойти потусить, пока не вернулись. Музычку поставим. Перезапустим. Красиво. Ладно, пойдем дальше. Так. Забавно. Так, что еще можно поделать? Ладно, пойдем обратно в дом. Сейчас уже должны вернуться. Ты здесь, по-моему, телек был. Маленький телек. Понятно. Оп. Вернулись. Мама! Эй, осторожней, ты меня с ног собьешь. Сегодня важный день, а? Я теперь взрослый. 10 лет еще не совсем взрослый, но уже почти. Ну, я могу сесть за руль? Боюсь, с этим придется чуток подождать. Итан, не возьмешь сумки? Я иду. Хватай сумки. Блин. Серьезно, пальцы сломать можно? Они с самого утра как бешеные. Я с ними еле справилась в супермаркете. А как ты? Удалось поработать? Да вообще норм. Еще как удалось. Осталось обдумать пару деталей, и можно демонстрировать чертежи клиенту. У меня 1000 срочных дел. Как успеть до прихода друзей Джейсона? Можешь помочь мне? Достань десертные тарелки из шкафа в гостиной. Сейчас сделаем. Конечно, с радостью. Так, одежка шкаф в гостиной. Дверца вечно заедает. Дерни как следует. Ладно, ладно. Хоть. Давай только не разбей. Сервиз подарила мама. Не разбей, ладно? Спокойно, меньше всего. Я хотел бы поссориться с твоей мамой. Знаешь, не криворуки, блин. Итан, осторожней с тарелками. Извини, эй. Я постараюсь. Я это стар... Че ты рассказываешь мне? Так.
дурак, что ли? Положи тарелку. Пойдем с пацанами поиграем. Ну что вы, дармоеды? Ну вот, свободен как ветер. Эй, 5 минут, не больше. Потом пора за стол, твои друзья вот-вот Ладно, придут. Ладно, сейчас придем, мам. Кто будет первым? Меня, нет, я первый. Тише, дети, оба успеете. Так, кто сегодня именинник? Так, давай меня, ты. Меня, я первый. Ладно, Джейсон, вертолет так вертолет. Давай, давай, давай. Ой, вот это подлагивание вообще не радует. Теперь давай. Чур я. Так. Ладно, Шон, готовься. Поехали! Лёха, не врежься только. Пацана убьёшь. Лёха! Ладно, слазь. Ну давай, пап, ты же да, у нас силач. Цепляйся крепче. Давай. Блин, конечно, надо будет игру перезапустить, но после правого уже. Тебе не уйти от меня. Латы, ну конечно. Ха, сдавайся, слабак! Твой час пробил. Да блин. Ну все, я победитель. Давай. Оп. Вперед. Тебе не победить. Ха. Прощайся с жизнью. Покалечу детей. Так. За стол, дети. Идите есть. Забавно. Так. Шон, иди обедать. Сейчас приведу. Так, куда он уже скакал? Он только что здесь был. Ну, пойдем посмотрим. Шон. Да, господи, Иисусе. Давай сейчас секундочку, ну-ка, чё оно так подлагивает, непонятно. То ли это самой игрой, то ли хер пойми. Ладно, так, наверное. Ну-ка, чё, Шон? Шон не за столом, надо найти его. Спасибо, Кэп. Так, Шон. Эй, ты чё? Шон? Ты что? Это Мерлин. Он умер. И во всем я виноват. Ну что ты, Шон? Конечно, в этом нет твоей вины. Я бы все отдал, чтобы он снова ожил. Знаешь, Шон, есть вещи, которые просто случаются. Как бы ты ни старался. Так нечестно, пап. Нечестно. Конечно. Конечно.
хранения было или нет. Не поймешь суть игры? Да подожди, ты только пролог, если только пока объясняю. Подожди. Суть дальше будет. Суть в чем? Ну, по сюжету. Есть убийца, который убивает детей. И этот факт мы будем расследовать. Четырьмя персонажами. Я хочу поискать ботинки вечера. Которые каким-то образом с этим связаны. Конечно. И нам нужно будет выяснить, кто маньяк-убийца. Мы никуда не пойдем. Вот такая суть. А это пока просто пролог, как бы рассказывающий историю одного персонажа. Ну и заодно знакомят нас с управлением. Джейсон? Джейсон! Кто пошел? Джейсон! Джейсон, стой! Джейсон! 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 Что, взял и ушел? Пацан непослушный. Джейсон! Ты че? Джейсон, лучше не отходи от меня, понимаешь? В магазине легко потеряться. Папочка, купи шарик. Мне так хочется шарик. Ну же, пап, купи. Ладно, давай купим шарик. Ура! Эй, малыш, как тебя зовут? Джейсон. Какой шар тебе дать, Джейсон? Красный. На, держи. С вас $2, сэр. Джейсон, подожди, подожди, папу, сынок. Народу очень много. Сдачи не надо. Вот тут. Столько народу, ботинки никак не померишь. Где Джейсон? Он был здесь секунду назад. Я купил ему шарик, оборачиваюсь, а он испарился. Испарился? Что значит испарился? Стой здесь. Так, женщина, угомонись. Сейчас вернусь. Джейсон! Ну вот, блин. Джейсон! Да твои люди, уходите. Джейсон! Джейсон! Джейсон, мать твоя. Джейсон! 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 Давай, 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 давай! Джейсон! Джейсон! О, красный шарик! Ну-ка, отвали, я нахрен! Пацан стоит. Господи. Джейсон! Ну ты совсем ослеп, что ли? Да блин. Джейсон, боже, ну ты меня напрягал. Ой. Че-то не Джейсон. Че там истерим, как обычно, блин. А мальчик, конечно, зря. А вообще, а, вон, на выход пошел. Ты че, дурак, что ли? Джейсон! Джейсон, мать твою, а? Джейсон! Да отвалите. Вот вы, короче, не очень. Ай. Не. Выходи, чёрт. Чёрт. Твою мать. Балбат.
Господи! Нет! Нет, Джейсон, боже мой, нет! Нет! Сразу атмосфера стала мрачной. Да, игрушка те же люди, что делали Beyond Two Souls. Нет, тут сейчас даже не про маньяка было. Это просто пролог. Как бы история одного из персонажей. Как он докатился до такой жизни. Да, у них все игры. Вот, первая игра у них была Фаренгейт. Вообще просто шикарная игрушка. Правда, с концовкой намудрили, но первая половина игры просто офигительная. Это вторая игра. Heavy Rain. Третья игра Beyond Two Souls. Сейчас они четвертую делают. Detroit. Уже не помню про что, но я трейлер смотрел, это будет шикарно просто. А сейчас титры пройдут, попробую консольку перезапустить. Я тут что-то не знаю. Игра почему-то подтормаживает, хер пойми, вообще такого не должно быть. Идет подвисание. Так сделаем. Так, сейчас, секунду. О, господи. Так. Закрыть приложение. Консольку выключим. Сделаем так. Сейчас быстренько. Тут не понимаю, в чем дело просто. Либо на консоли вообще игра не должна тормозить. А тут прям такие проседания FPS, что я ж хз. Сейчас она выключится, я опять заново запущу. В общем, пока это был пролог. Дальше будет гораздо интереснее. Так. Сейчас консолька запускается. Так, ну-ка. Ну давай. А ну еще можно попробовать.
Вот так вот. Да, да, мы поняли. Quantic Dream. Heavy Rain. Продолжаем. Надеюсь, она перестанет подвисать так, ибо это очень странно. Так, 2 года спустя. Подтасканы уже. Ну, как вы поняли. Привет. Уже. Привет. Родители развелись. Живут порознь. Ну, с ребенком, соответственно, получено. Живет он у матери. И с ним иногда видится отец. Ну, отца иногда живет. Что там? Поехали. Сразу выглядела мрачная атмосфера. Вот Дэвид Кейдж, это, кстати, глава студии Quantic Dream, и он пишет всегда сценарии и режиссирует игру. Так что можно сказать ему спасибо. Пришел сразу телек включил. Так, что там? Ну, пойдем пока. Ну, пусть смотрит, что делать там. Так, что там надо? Тихо. Так, 16:30 перекус, 18:00 уроки, 19:00 ужин, 20:00 постель. Понятно. А сколько сейчас время? А, уже нифига себе, уже 4:30, а там сколько, 4:30 написано? О, уже пора перекусывать. Так, что у нас есть? Так. Нет. Да и чем тебе перекусить бы, а? Слышь. Что ж, пора перекусить. Ты голодный? Кажется, чуть-чуть. Посмотрим, что у нас есть на кухне. Ну, все равно подвисает игрок. Хер пойми, не знаю, что дела. Может, с игрой что-то не так, конечно. Так, ну-ка. Ну, для перекуса самое то. Дайте яблоко. Что за лес-то? Вот, Шон, перекус. Спасибо. Помыть надо было, наверное. Так. Че еще? Да, рядом сядем. Вообще не круто.
странные мультики. Так. Погоди. Там что было написано? Так, 6 вечера, уроки. Время еще сколько у нас там? А, ну еще. Время есть. Часа. Вот это вот начинается. Как дела в школе? Учитель добрый? Да нормальный, пап. Так. Шон, не хочешь поговорить? О чем бы это? Не знаю, о тебе, о друзьях. Как идут дела? Все нормально. Это не разговор, чувак, да? Так. Не хочешь немножко поиграть со мной? Лучше телек посмотрю. Ты, короче, это не очень. Так, сколько там время? Еще время есть. Да, господи. Так, погоди. Что-то. Да, блин. Джокер, о, привет. Чуть-чуть опоздал. Ну, в принципе. Так, мастер Агамис наносит удар. Опознана 7-я жертва. Полиция подтвердила, что убийство совершено по принципу работы мастера Оригами. Так. Че там? Почти 6 часов уже. Ты чуть чухаешь, я не понял. Похоже, ты простыл. Посмотрим, нет ли у меня лекарства. Ну, я расчихался тут. Так, здесь что у нас? Ванная. Да, туалет, понятно. Мне нужна ванная. Так. Да, погодь. Как живете? Да нормально живем, что. Мне не то хотел сделать. Так. Нет. Вон, на руки, по-моему, едет хорошо, но где аптечка? Ну, тут здесь аптечка. А, вот. Отлично, пойдем. Конечно, сразу пихать таблетки не дело. Ну, вдруг еще заболеет. Вот, там вообще расчихался, короче. Вот, выпей это. Сразу полегчает. Спасибо, пап. Так, уроки пора. Пора бы взяться за уроки. Ну, пап, я хочу еще посмотреть телек. Потом сделаю, ладно? Нет, давай сейчас. Лучше их не откладывать, зато потом будешь полностью свободен. Так, бери свой портфель и занимайся на кухне. Там уже тем временем. Вон, свет. Сколько время? Ну и уже 6:30, нихера себе. Давай, давай, уроки делай. Так, у нас в 7 ужин. Хотя назвали его обедом. Дам себе Джокер, ну. А ты что, разве не был подписан, что ли? Или ты случайно подписался? Так, ну-ка.
Так, что у нас есть? Конечно, пицца круче. В смысле, какой сок? А, ну ладно. Давай, пей. Ой, да все, закрой. Может было пивасика хряснуть, но... У нас же дети в доме, как и так, нельзя. Так, сколько время? Понятно. Что-то помочь не надо ничем. Пап, готово. Можно смотреть телек? Че, говоришь, телек? Пора ужинать. Надо покормить Шона. Че там, кто это так кричит там? Это где, в смысле? Дай посмотрю. Неплохо. Все правильно. Свободен. Свободен. Что ты, блин, уроки сделал за 2 минуты? Я, конечно, так тоже в школе делал. Когда играть хотелось очень. Что-то мне нечаянно сорвать, что бывает. Так. Жрать будем? Так, ну-ка. Слышь, пацан. Пацан. Ой, блин, что? Жрать хочешь? Может, ты хочешь поужинать? О, да. Страшно хочу есть. Ладно, посмотрим, что можно съесть. Разогрею, позову. Так. У нас там пицца есть, по-моему. Так, есть пицца, есть какая-то хренота, короче. Цыпленок, полуфабрикат. Не, давай пиццу, короче. В смысле, бери пиццу. Все, закрывай. Пойдем в микроволновку. Давай. Не обожгись только, блин. Иди есть, Шон. Еда готова. Я иду. Давай, Ширишак. Руки, блин, а? Давай еще раз. Да, блин. Так. Ать. Эй, пап, ты умеешь жонглировать? Давненько я не пробовал. А ты можешь меня научить? Ладно, если хочешь, покажу. Пристально смотрим, пока он ест. Что там со временем?
Ну, все, спать пора. И сразу к телеку. Идем, Шон, пора спать. Я не устал, можно подольше посидеть? Нет. Ты же сам знаешь, что это неразумно. Завтра в школу. Тебе надо выспаться. Ну хорошо, ложусь. Ты пойдешь со мной? Чисти зубы, надевай пижаму, я приду. Так. Вырубай. Никогда не видишь, у телека была кнопка сверху. Так, пойдем пока. Так, что там? Ни хрена не видно. Закрывай. Че, я молчу? Да я не молчу вроде. Или молчу? Меня вообще слышно, нет? А то я, может, такой сижу, короче, говорю, а меня не слышно. Так, что ты там? Спокойной ночи. Мишка, я потерял Мишку, папа. Ты, наверное, забыл его где-то в доме. Не знаешь, где он может быть? Не помню. Папа, я всегда с ним сплю. Ну, ладно. Хорошо, пойду посмотрю, может, он найдется. Идет? Что? Да, уже нельзя посмотреть. Так, и где может быть Мишка? Нора где-нибудь на первом этаже. Смотрите. Блин, как качество уменьшить? Ну, к сожалению, никак. Сейчас потерпи, сейчас немножко, наверное, стрим перезапущу. Сейчас вот сцену закончу. Что-то оно как-то подлагивает так, и мне это не совсем нравится. О, Мишка. Бери Мишку. А так качество нельзя поменять, потому что у меня партнерки нету. Партнерка можно было бы. Так. А вот сюда. Ну-ка. На свою Мишку. Спасибо, пап. Спокойной ночи. Ага. Пап. Да? Ты что такой грустный? Мне просто нужно время, Шон. И все у нас будет как прежде. Знаешь, пап, ты не виноват, что Джейсон умер. Спокойной ночи. Скоро движуха начнется вся.
Ладно, пойдем. Так, ну чё? Воу. Карнаби и Норс. Так, и сейчас мы переходим к другому персонажу. Интерактивная драма, дали приз. Так, давайте мы, короче, сейчас стримчански я перезапущу. Поменяю быстренько настройки, поставлю, наверное, кадров 30, наверное, поставлю, чтобы получше шло оно. И там чуть поколдую. Что-то оно притормаживает. Не знаю почему. В общем, сейчас стрим прекратится. И начнется заново. Так.